А что уже снимать? Подождите. Мне надо быть серьезной. Все. Я Абдулазаде Кемаля. Ногтевой сервис. Около 10. Ну, как-то так. Ой, это так получилось. Интересно. Я работаю, зарабатываю. Независимо. Даже мама не знает, сколько я зарабатываю. Здесь все хорошо, условия хорошие. Как-то так. Честно, хороших клиентов не бывает. Я шучу. Это те, которые не капризничают, знают, что хотят. Оставляют хорошие чаевые. Записываются, да, в 9 утра, они приходят, не предупреждают, звонишь, они не отвечают. Это все плохие клиенты. Ну, пусть будет так процветать, я все-таки здесь работаю. Чтобы они были добрее, щедрее и почаще приходили к нам. И да, чтобы не опаздывали. Пока!